Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я предлагаю вам вместе со мной полюбоваться природой, посмотреть на диких и очень красивых уточек. А еще я вам покажу домик на этом островочке, где и живут эти замечательные уточки. Посмотрите, как красиво спрятался такой маленький уютный домик на таком маленьком островочке. Там такой же, это самое, осушили, видела? Водичка блестит, сверкает. А беззаботные уточки плавают. Нельзя кормить. Голодные уточки хотят кушать. Я не думаю. Но здесь запрещено кормить уточек. Да, красавица? С той стороны тут один. Они раньше не было соды, не было они. Так что написано там. Не, не, да, в конце лет потом. Кира, не видел. Люди, я думаю, вряд ли эти. Ну, меньше, вряд ли эти послы, наверное, или там губы. Крокодил мы какой-нибудь сюда, да? А с той стороны один спустили, он чистит там его, с той стороны труп один. Они глубокие там. Метров полтора, конечно. Там тоже один. Что, домой будет сам сейчас собираемся?